Залог нардепа от Народного фронта Максима Полякова 304 тысячи гривен уйдет в госбюджет, если он не наденет браслет. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий. Поляков должен надеть браслет до 31 июля, иначе ему грозит еще одно уголовное производство за умышленное невыполнение решения суда. Напомню, фигурант янтарного дела нардеп Поляков усердно бегает от прокуроров и напрочь отказывается носить браслет. Якобы это противоречит Конституции. А правоохранители только разводят руками и ничего сделать не могут.